Всем привет, с вами Саша Зацепер. И мы будем играть в Team Fortress 2. И... Короче, мы будем играть в Team Fortress 2. Ничего такого. Я пойду в... Я, в принципе, буду играть на картине. Так что... Давайте я вопрос. Я на каком аккаунте? Да, своем. О, я убила одного. Чего меня убило? Нихера себе. Давайте на вот эту карту. Red Space. Это мы говорим. Подождите, моя новая обзорная. Надо мне взять для инженер. Да, вот это. А создайте атаку крутой. Thank you.
Вау. Снайперы, ну конечно. Да чтоб тебя, я тебе еще выебу, так сказать. Крыса, 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 крыса. Вау, охуеть. Нихуя себе. Давайте возьмем спа, его обезвредим. Потому что спа это... Я ему даже не сделал урон. Вот уже инженер с... Инженер уже сделан на вот это. Еще их того. Так, окей. Нам надо сейчас успеть поставить в нормальном месте это. Прыг. Это важно. Да, джетки. У меня такая, кстати, ракета есть. Но я не беру, потому что ты должен быть снайпером, блядь. Чтобы с ней попасть.
учится, сука, инженер. Ну, ведь какой-то, бля, другого надо взять. Надо взять, да. Крипты за 10 секунд. Блям, блям. Перевелись бы сейчас аптечки. Бля, это что, бля? Как он вообще попадает? Это снайперист заебанный какой-то. Вот это хорошо, это тут у него парашют. Если бы у тебя был парашют, если бы у меня был парашют и специальная ракетница, это бы было очень круто. Есть твоя ракетница, которая просто хорошая. Сука, это пиздатая игра. Это пиздец какой-то. Потому что я не знаю, это карта как бы. Ну и мы сыграли одну игру. С вами был Саша Зацепер. Всем пока-пока.